финишировал турнир по теннису «Малая бескозырка», который в течение 4 дней проходил в загородной балке в теннисном центре «Севастополь». В группе до 10 лет играли и мальчишки, и девчонки. Победу одержал Демид Левченко. На второй позиции Сева Блюмин, третья Полина Кравченко, а четвертый Степан Белич. Отметим, что ребята проявили характер, несмотря на жару, выдержали весь марафон турнира. Среди ребят до 13 лет победила Виктория Гарпинич, одержавшая победу над Аленой Ильиной в финале. На третьей позиции Влада Брунова из Симферополя. А среди ребят первенствовал Егор Руткин. На второй позиции Александр Манучарян. На третьей Сергей Строкань. Отметим, что ребят подготовили тренеры Павел Тулупов, Петр Прахов, Николай Яновский, Георгий Бачурин, Евгений Кривец и Владимир Боряев. Приз за волю к победе вручен Ирине Кисляр. Сам удивляюсь, прошел турнир «Малая бескозырка» в преддверии «Большой бескозырки». Участвовали дети Москвы, Днепропетровска, Донецка, Запорожья, Севастополя, Симферополя. Был у нас, да, из дальнего зарубежья. Был у нас участник Соединенных Штатов Америки. Так что надеемся, что в следующем году у нас этот турнир, и уже в этом году он международный, а в следующем году будет тем более международным, в общем-то. Впереди турнир «Большая бескозырка». Призы победителям вручили представители Дома Москвы в Севастополе: Владимир Соловьев, контр-адмирал запаса, полковник Александр Кочетков, а также директор турнира, президент Федерации тенниса Севастополя Владимир Боряев и вице-президент, главный судья соревнований Александр Окороков, который состоится 25-26 июля на этих же кортах в загородной балке и на кортах училища Нахимова. В борьбу вступят теннисисты, играющие в дуэтах, в парах, и пройдет он 25-26 июля. Это 9-й турнир «Большая бескозырка». Владимир Милянский, Виктор Кислицын, программа «Наше время».